Хочу вместе с вами порассуждать над Словом Божьим. В последнее время все чаще встречаю братьев, сестер, которые говорят свои переживания. Церкви среди своих чувствуют себя чужими. То счастье, то, которое ожидал человек, что будет иметь в семье Божьей. Или нахожу тех людей, которые выходят замуж, женятся, а потом Богу говорят, то, что ожидали в кругу семьи, нету. И есть некоторые христиане, верующие, даже такое заявление делают. Счастья на земле не бывает. То, что братья на сочетании говорят, это все ложь, это все надутое. На земле такое не бывает. Хочу сказать, что есть, но его нужно найти путь к счастью. Вместе с вами сегодня хочу вот рассуждать над этим вопросом. Как христианская жизнь или как семейная жизнь может стать счастливой, полноценной, так как мы читаем в Писании? Есть, братья и сестры, просто иной раз, в народе есть такая пословица, человек, находясь возле источника воды, умирает от жажды. Почему? Потому что не заметил. Есть источник, не заметил, и умирает человек от жажды. Я выписал несколько пунктов или несколько требований, что нужно сделать для того, чтобы жизнь в церкви, в Божьей семье стала счастливой, или жизнь в буквальной семье стала счастливой. Одни и те же правила. И предлагаю прочитать послание к Римлянам, 15 глава. Послание к Римлянам, 15 глава, 7 стих. «Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Итак, апостол Павел, движимый Духом Святым, пишет: «Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Здесь одно требование каждому из нас. Если мы хотим, чтобы у нас была жизнь счастливая, полноценная, или в церкви, или в семье. Знаете, время, в котором мы живем, очень богато вот таким состоянием, когда люди учат других. Вот ты должен вот так, вот так, вот так, а ты должна вот это, а что ты на меня смотришь, ты на себя посмотри. И начинается вот такая, говорят, там, где я живу, футбольная игра. Друг друга учат. Вот мужчины часто говорят женщинам, что написано, вот жена должна вот так, а жена говорит, а ты посмотри, там еще и для мужа что-то написано. И годами играются в эту игру, доказывает, кто есть кто, и становятся несчастными. Или это в семье дома, или это в церкви в результате. Слово Господне говорит так: принимайте друг друга, как принял вас Христос. Как нас принял Христос? Как только мы обратились к Нему, меня Христос принял, простил и оправдал. Вас тоже? И больше никогда Он мне не напоминает и никогда не упрекает то, что было в прошлом. Простил и оправдал, как будто я и не виноват. Я был виноват, но Он меня простил, на себя взял мою вину и меня оправдал. Теперь я имею дерзновение к Богу, не потому что я никогда не грешил, а потому что Христос взял на себя мой грех и меня оправдал. И вот так написано: как Христос принял вас в славу Божию, так и вы принимаете друг друга. Другими словами, не старайтесь брата Ивана, брата Петра, сестру Галю, сестру Свету или еще кого-то исправлять. Это дело бесполезное, только если другая сторона. Если другая сторона, мы говорили недавно с одним братом о его поведении, он говорит: а что я сделаю, такой я есть, принимайте меня, какой я есть. Как написано там? Это верно или неверно? Имею я право сказать: братья и сестры, терпите мои капризы, потому что я такой. Ни в коем случае. Ни в коем случае так нельзя.
не для других написано, чтобы принимали. Для меня написано, чтобы я принимал других. Для каждого из нас написано, принимайте других, как принял вас Христос. А по отношению к себе будьте очень требовательны. Хотите кого-то исправить, начинайте с себя. Иисус Христос сказал, если ты заметишь сучок в глазе брата, возьми быстро топор и начинай кали. Братья, так? А чего вы молчите? Чего вы меня не останавливаете? Если я за кафедру и ошибаюсь, то вы скажите, подожди, брат, не так. А как? Если видишь сучок в глазе брата, лицемер, вынь бревно у себя. Ну, так говорится, что тот сучок на бревне держится. Уберешь бревно, и сучка не станет. Решив себе проблему, вот это желание кого-то исправить, кого-то осудить, о ком-то говорить отрицательное, вот это есть бревно. Вынь бревно. Прими брата, прими сестру, прими мужа или жену, так как принял тебя Христос. И вопрос решенный. Да, ситуация останется такая же самая, только ты не упадешь. Ты не обессилишь духовно. Ты будешь твердым духовно. Мне однажды пришлось посетить одну семью, верующие, члены церкви, и муж, и жена, у них уже несколько детей, даже начало седые волосы уже начинаются, ну, где-то около 40 лет, наверное, возрастом. Пригласили меня в дом, и муж говорит, сделайте что-нибудь с моей женой, она непослушная, она непокорная, она своевольная, она гордая, она что хочет, то и делает, я уже не знаю, что с ней делать. А жена говорит, поговорите с моим мужем, потому что таких людей я еще не видела. Такой жадный, такой жестокий, все на материальном. Никогда не вижу его с Библией в руках. Когда говорю, давай почитаем, он начинает указывать на что-то другое, поговорите с ним. Как вы считаете, с кем я должен первый говорить? С мужем, да? Ну, были двое вместе, и я уже обращаюсь к обоим. И один ждет от меня помощь, и другой ждет от меня помощь. У них больше 10 лет вот эта футбольная игра друг на друга, доказывают, кто виноват. И, наконец, появился брат Сергей, и один ждет поддержку, и другой ждет поддержку, чтобы победить в этой борьбе. И я им сказал, что, знаете, я смотрю, все не знаю, но из короткого общения с вами понял, что вы обои правы в своих глазах. А пред Богом вы обои виновны. И один и другой. Как так? Я говорю, да, потому что вы забыли, что написано в послании к Римлянам в 15 главе. Принимайте друг друга, как принял вас Христос. Вот если вы это сделаете, у вас разрешится проблема. А если нет, до конца будете воевать, и там, где есть источник счастья, любви, жизни с избытком, а вы будете всегда бедствовать, и толку никакого не будет. Долго пришлось убеждать, чтобы не смотреть на вторую сторону, а начинать с себя. Ну и, наконец, муж говорит, я не для этого вас пригласил, чтобы вы мне указали, что я должен делать. Хватит мне, жена указывает. Встал и ушел. Ему не нужен такой служитель, который скажет, начинай с себя. Ему хотелось, чтобы я сказал, вот жена ты какая, вот тебя надо на замечание поставить. Ну, дальше продолжаем мы разговор, и я говорю ей, Слово Божие для тебя авторитет, да. Ты хочешь, чтобы у вас в семье поменялось? Хочу. Значит, начинай с себя. Вот ты попастись и вопроси, Господи, что мне делать? Покажи. Вот говорит брат Сергей, что я должна начинать с себя. Что я должна его принимать такой, какой он есть. Господи, покажи мне, может быть, я что-то неправильно понимаю, может, что-то я должна поправить. И она говорит, и что вы думаете? Откроется потолок, и Бог со мной будет говорить?
Да, говорю, будет говорить. Ты попастись и вопроси Господа. А Господь будет с тобою говорить. И что Господь скажет, все запиши на бумажечку для исповедания. Она говорит, а я член церкви. Хорошо. А я в хору пою. Хорошо. А я в вечере участвую. Хорошо. Так говорит, а что еще надо? Я говорю, что тебе Господь скажет, то и зафиксирует. Значит, то еще надо. Помолились мы, и я уехал. И через несколько дней звонок. Она говорит, брат Сергей, я уже написала целую тетрадь. Надо еще писать или остановиться. Я говорю, пиши, сколько Господь тебе открывает. Она говорит, неужели столько мерзости было во мне? Да, говорю, в тебе, в члена церкви, который в хору поет, участвует в вечере, и 10 лет доказывала мужу, что он плохой, в тебе Господь указывает, что есть еще нечистота, которую нужно очистить. А что будет с мужем? Я говорю, оставь его. Бог с ним имеет дело. Ты занимайся своим состоянием. И так 2 недели писала, записала 2 тетради. И потом мы встретились для исповедания. Она плакала, рыдала, говорит, никогда не думала, что такое может быть. С детства верующие, родители верующие, она всегда в собрании, всегда такая послушная и в детском хоре, и в хоре молодежном, и на благовестии, и в издательство работала, и вышла замуж, и 10 лет воспитывала мужа, хотела его таким духовным сделать. А оказалось в ней столько много отрицательного. Исповедовалась, раскаялась перед Богом, помолились мы, и Господь совершил перемену в ее жизни. Она приняла мужа такой, как есть. И сказала, Господи, больше прости меня, что я хотела мужа исправить. А оказывается, я должна была, у меня бревно такое, которое расписать нужно было на 2 тетрадях. И приняла мужа так, как есть. Прошло время. Из той церкви пошли звонки. Брат Сережа, сделай мне, что ты сделал в той семье. Я говорю, я ничего там не сделал. Не, ну как, после твоего посещения, такие они радостные, под ручкой идут. Раньше всегда ругались, один под одним забором, другой под другим забором. Сейчас везде вместе, под ручкой, говорят доброе друг о друге. Ну, как, что-то сделал? Я говорю, не, я только им направил на Слово Божие, чтобы они не воспитывали друг друга, а воспитывали каждый себя, чтобы посмотрели каждый на свою жизнь. И слава Богу, прошло уже много лет, и эта семья ходит пред Богом, служат Богу, многие другие смотрят на них и подражают им. Идут на исповедание, на беседу, перестают других учить, перестают футболить друг на друга, доказать, ты плохой, нет, ты плохая. Нет, каждый смотрит за собой, принимает вторую сторону так, как есть, и Господь совершает чудеса. Я расскажу еще другой пример из моей жизни. В моей молодости я работал с оркестром. А музыканты, знаете, это тяжелый народ. Каждый играет, каждый специалист, каждый высокого мнения о себе. А тут оркестр – это зависящие друг от друга. Если кто-то не приходит на сыгровку, уже страдает общая гармония. Если надо куда-то поехать, и человек не пришел, не поехал, это вообще плохо. Или человек приходит и партию не выучил, не подготовленный. Это очень плохо. Кто музыкант, это понимает. Это связано, это равносильно, что в коробке машины вдруг одну шестерню вынимать. И едете вы дальше. И я вот работал с такими музыкантами. И сильно огорчался. Я хотел их исправить, я им читал и места из Библии, и все, что вы делаете, словом или делом, делайте не как для людей, как для Бога, братья, сестры, это служение Богу, вы должны всецело, всем сердцем что-то такое, двойственное такое, учил и ругал,
И прошло много времени, ничего не менялось. И мне уже было горько внутри, я пошел до пресвитера. И говорю пресвитеру, надо принимать какое-то решение. Я уже устал от таких музыкантов. Или они станут дисциплинированными, или я бросаю это дело. И вот пресвитер пытался, как мог, выровнять, оправдать это дело, убедить меня, что я не прав. А я как заметил, это что, я не прав? Это что, вы на их стороне стоите? Они нарушают дисциплину, служат Богу так, когда никогда, когда как получится. И что, я... Да-да, он говорит, ты не прав. У тебя бревно, у них сучок, а у тебя бревно. Давай вынем у тебя бревно. Какое бревно? Я возмутился. Как же так? А он спокойно объяснял мне, понимаешь, вот ты такой порядочный, потому что тебя же мать так научила с детства. Ты такой порядочный, потому что у отца широкий ремень был. И если ты где-то опаздывал или уроки не сделал, то хороший ремень тебя поставил в строю. А у них этого не было. И они не научены так строгой дисциплине, поэтому то опаздывают, то уроки не делают, то совсем не приходят. Ну, такие они, а Бог их любит. И Слово Божие говорит так, принимайте друг друга, как принял вас Христос. Согласись, что они такие, просто их терпи, тебе легче будет. С трудом, но пришлось мне согласиться. Прошло много лет раньше, когда я это все в войну, это все вел, и мне все хуже, хуже, я опустошался. Мне уже мысли были оставить служение, все, толку нету. Но теперь, когда я принял их, какие они есть, я согласился, что есть люди более старательные, менее старательные, есть более талантливые, менее талантливые. Бог мне дал вот таких. Я должен их терпеть, не только терпеть, любить, вместе с ними работать. Когда я внутри согласился, знаете, мне стало легче. Они как были, так и остались. Они и опаздывали иногда, иногда пропускали, иногда уроки не делали домашние. Но мне уже легче было на сердце. И вот то уныние, которое у меня было, и те мысли, что оставлять все и уйти, исчезло навсегда. Я понял, что намного легче, когда принимаешь людей такие, как они есть. Не хочешь или не требуешь от них что-то другое, потому что, ну, кому сколько дано. А одному один талант, другому два, другому пять, кому сколько дано. И каждый служите друг другу тем даром, который получили. И если я получил, чем я могу хвалиться? Я получил от Бога, нечем хвалиться. А другому Бог меньше дал. Могу ли я от него больше требовать? Нет. Поэтому, братья и сестры, первое, что я отметил, это принимайте друг друга без спора во мнении, принимайте друг друга, как принял вас Христос. Или это в хору, или это в оркестре, или это в церкви, или это на благовестии, или это где-то дома в семье. Те, которые сильно хотят других исправить, как правило, они приходят в состояние депрессии. Цель не достигается, и люди приходят в состояние депрессии. Когда опускают руки, не хотят уже ни читать, ни молиться, ни какой-то труд совершать. Это те духовные, которые говорили о каких-то идеалах. Вот так себя опустошили и пришли в такое состояние. Чтобы с нами такое не случилось, братья и сестры, пункт первый – принимайте друг друга, как принял нас Христос. Второе, что я обозначил, послание к Колоссянам, 3 глава. 13 стих. «Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Прощение, братья и сестры. Простите друг друга, как простил вас Христос. Если вы имеете жалобу друг на друга, что надо делать? Бежать быстро к соседу и сказать, что Иван меня обидел? Нет. Ни в коем случае. Есть два варианта. Один вариант, если ты имеешь на брата, пойди к брату и поговори с ним.
И если покаяться, прости его. А другой вариант, прости его без того, чтобы ему что-то сказать. Если кто на кого имеет жалобу, простите друг друга, как простил вас Христос. Я испытывал и одно, и другое, и сделал вывод, самое лучшее простить людей без того, чтобы им что-то сказать. Знаете, я с детства в церкви работал и с детьми, и с подростками, с молодежью, с братьями, с сестрами. Я трижды участвовал в образовании церкви от нуля. Я пережил от большой церкви, я оказался в маленькой группе, где была горсточка людей, 8 человек, и вот церковь растет, 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 люди каются, приходят, церковь растет. Потом я опять оказался в маленькой церкви, потом я опять оказался в маленькой церкви, а на третий раз я оказался вообще там, где нет ни одного. И надо было среди неверующих проповедовать Евангелие, и потихоньку растет церковь. И нет разницы. Те, кто давно верующие, или те, кто недавно верующие, люди способны ошибаться. Люди способны делать что-то. А может быть, они и не ошибаются, просто мне не нравится, как они поступают. Имею ли я право обидеться, если человек поступает не так, как мне нравится? Нет, не имею права обидеться. Но иногда бывает. Человек обижается, потому что ему не угодили. И вот получается в результате так. У меня может быть жалоба, у тебя может быть жалоба на брата, на сестру, на пресвитера, на проповедника, на регента, на дирижера, на мужа, на жену, на родителей, на детей. Может быть жалоба, появляется жалоба. Прав ты или не прав, но бывает жалоба. И я заметил так, если подойдешь и скажешь, иной раз, и второй обижается. И тогда еще сложнее умиротворить ситуацию. Я приведу вам пример. В одной семье христианской муж, жена, обои верующие, уже седые волосы, дети взрослые. И жена долгое время имела на мужа обиду. Поговорила со служителем, и служитель говорит, ну подойди и скажи ему. Она подошла и сказала, и загорелся дом. Ах, ты обо мне так думаешь? Я никогда не думал, не считал, что ты обо мне так думаешь. А у нее долгие годы это уже было. И такой пожар, после этого пришлось долго работать, чтобы умиротворить ситуацию, поняли, покаялись обои. Через 2 недели опять звонят. У нас опять что горит, опять что возобновилось. Почему? Потому что люди не научены прощать. Не научились люди прощать. Могут высказать свои жалобы, свои недовольствия. Да, могут и попросить прощения. Но не научились люди прощать. Вот об этом я хочу, чтобы мы заметили. Если кто на кого имеет жалобу, не ждите, чтобы у вас попросили прощения. Не бежите, чтобы пожаловаться пресвитеру или еще кому-то, или этому человеку высказать. Нет, нет. Простите, как простил вас Христос. Очень просто. И я пробовал, и вот этот метод работает исключительно хорошо. Сколько раз у меня были моменты горечи, обиды, недовольствия, и я прощал, как написано в Евангелии. Никто не знал ничего из моих братьев, сестер, что я на них имел обиду. Я простил, в сердце моем разрешил этот вопрос, бревно убрал, сучок исчез. И я к ним отношусь с любовью, и никто даже и не знает, что у брата Сергея вот была такая мысль. А кто знает, прав он или не прав, а может быть он и не прав. Но выскажешь свое обвинение, а потом человек преподнесет оправдание, преподнесет еще несколько свидетелей и докажет, что он не виноват. И ты окажешься еще и ты виноват. Да, и такое бывает. Поэтому
Апостол Павел говорит так: если вы имеете жалобу, простите. Это самый лучший вариант. Братья и сестры, хочу сказать, что обида – это услуга от врага. И обида очень сильно связывает человека. И последствия очень тяжелые. Очень тяжелые. Написано в послании Ефесянам: «Гневаясь, не согрешайте, да не зайдет солнце во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». Бывает такое, тебя обидели, тебя сильно обидели, разгневался, и не простил, и зашло солнце, и ты дал место врагу, и он начинает себе гнездышко видеть, и он так аккуратно: ой, как с тобой плохо поступили, ой, как же так можно, тебе так тяжело, и так меня жалеет, жалеет, а фактически он опутывает меня веревками, чтобы задушить. Так аккуратно, чтобы даже и незаметно было. Однажды позвонили мне из одной церкви, позвонили, попросили, что отец больной. Дети позвонили. Верующий брат, верующая семья, муж верующий, жена верующая, дети на собрании. Ну вот отец заболел. И пролечили в больнице в одной, в другой, в третьей. И врачи сказали: бесполезно, он жить не будет. Заберите домой, пусть умирает дома. Ну, а дети еще небольшие. И за каждую соломинку цепляются, надо что-то сделать. Ну и кто-то дал телефон: а ну позвоните этому брату. Может быть, он чем-то вам поможет. И я сказал: хорошо, я буду это иметь в виду. Позвонил местному служителю, а он говорит: эй, брат Сережа, здесь уже кто только не был. Уже братьев приезжали с разных сторон и беседовали. Что, ну, сказали врачи, что все. Ну, умирает человек. Ну, что сделаешь? Просто надо согласиться с тем, что умирает. Ну, а чтобы потом они не обиделись, что я не разрешил, приезжай, но все равно без толку. Взял я еще одного брата, и мы приехали. Далеко приехали. Лежит человек недвижимый уже несколько месяцев. Сильные боли, двигаться он не может, но говорить еще может. И говорит: у меня очень сильные боли, помолите Бога, чтобы прекратил мою жизнь. Боюсь, чтобы я не похулил на Духа Святого. А у меня не было еще такого опыта. Ну, опыт служения, чтобы вот человек попросил: помолитесь Богу, чтобы Бог привал мою жизнь. У меня еще такого опыта не было, я даже и растерялся, и думаю, как быть. Спрашиваю его жену: что скажешь, помолиться Богу, чтобы Бог привал его жизнь? А она ничего не может говорить, а слезы льются. А дети говорят: нет. Дети говорят: нет, мы хотим, чтобы папа жил. Ну, я спросил: брат, готов ли ты перейти в вечность? Побеседовали мы, и когда он начал говорить о себе, мне стало ясно, в чем причина его болезни. Это был человек обиженный, пораженный обидой и непрощением от самого детства. В семье, где вырос, христианская семья, много детей, все его не любили, все над ним издевались. Родители тоже издевались, как будто он лишний. Ну, так он себе видел. Я не знаю, я не имел возможности это исследовать, потому что это очень много людей и долгое время, ну, из его свидетельства. Вот он жил под таким впечатлением, что он
как будто лишний, всех уважали родители, а его нет. Потом он среди молодежи тоже как будто белая ворона, его все отталкивали, и он очень трудно женился, потому что о нем говорили плохое, и все имели такое мнение, он где-то на стороне, потом женился, жена плохая оказалась, и дети плохие оказались, и соседи плохие, и братья и сестры плохие, и служители плохие. Я его остановил и сказал: все, достаточно. Я сказал: с таким грузом ты в Царство Небесное не попадешь. Тебе сперва нужно душу очистить, а потом видно будет. Или помолиться, чтобы Бог прекратил жизнь, или помолиться, чтобы Бог тебя поднял с постели. Но так, как ты сейчас, я не буду молиться. С трудом, но он согласился, на следующий день пост, и исповедание, и ему приходилось провозглашать в духовном мире: прощаю родителей своих, братьев, сестер, своих родных, потом прощаю жену, потом прощаю детей, потом прощаю братьев, сестер, и проповедников, и соседей, и всех-всех, кто его обижали. И отрекся от этой услуги вражеской, и мы помолились, и лицо у него просветлело. Лицо просветлело. Ну, а после молитвы я спрашиваю: что сейчас скажешь? Помолиться, чтобы Бог прервал жизнь или чтобы исцелил? Он говорит: как сейчас мне хорошо, можно и жить. Помолитесь, чтобы Бог меня исцелил. И мы совершили елея помазание. И помолились, чтобы Бог его поднял. И я ожидал, что под нашими руками поднимется человек. Но ничего не произошло. Помолились, все осталось по-прежнему. Еще немножко побеседовали, и мы собираемся уехать. Ну, хозяйка предложила нам покушать, помолились, сели кушать. И вдруг скелет поднимается. Сел на постели. Жена говорит: тебе нельзя, тебе нельзя. Ты же... А он говорит: я чувствую, у меня сила появилась. И говорит: я хочу кушать. И опять жена говорит: да нельзя тебе, ты же давно ничего не кушал, а там картошка с мясом. Я говорю: дай немножко, пусть кушает, пусть кушает. И он встал вместе с нами, покушал. Потом вышел во двор, провел нас на улицу, поблагодарили Бога, и мы уехали. Через 2 дня звонок. Жена звонит и говорит: что мне делать? Петя взял тяпку и хочет в поле идти. Знаете, что такое тяпка? Ну, траву полоть. Я говорю: пускай берет и пускай идет. Она говорит: да он же такой слабый, он 3 месяца не ел. Ну, говорю, ладно, много не сможет, но вместе с вами, раз Бог его исцелил, все, на работу. И пошел, и слава Богу, и пошел, и пошел. Через время мы встретились на одном братском, он меня подошел, обнял, говорит: брат Сережа, если б ты только знал, какая у меня жена хорошая. А церковь какая хорошая, а братья и сестры у нас такие хорошие, служители, проповедники. Говорит: я иду на собрание, с таким удовольствием встречаюсь с каждым, с таким удовольствием слушаю пение, с таким удовольствием слушаю каждую проповедь, каждое слово через меня проходит, как хорошо теперь жить. И соседи тоже хорошие, все стали хорошие. Вы что думаете, так все поменялось вокруг? Церковь та же самая, как было, так и осталось. И люди, как были, так и остались. Вот здесь, внутри, человек простил, и у него солнце засияло. И он уже на те обстоятельства смотрит другими глазами. И слава Богу, прошли года, и наш брат Петя другим говорит: только не принимайте обиду в сердце, потому что это очень... Его связало, парализовало, и медицина была бессильна.
Но обида не только физически связывает человека. Есть опасность, что обида свяжет и духовно. Пришлось беседовать мне с одной сестрой, которая пришла на исповедание, и все исповедание – одни жалобы. Какие вокруг нее плохие люди. Муж, дети, соседи, братья, сестры – все плохие. И вот рассказывают доводы. И я сказал ей, что «Слушай, ты видишь сучок? Да, может быть, что-то там есть». Но искать всех этих людей мы не можем сейчас. Но есть выход из ситуации вот такой. Простить. А, что их простить? И ты их на их стороне. А, даром я к тебе пришла. Подожди. Нет другого пути. Ты хочешь освободиться. А у нее уже начиналась такая болезнь. Терялась рассудок. Хотя врач по образованию. Не приняла. Уехала. И не прошло много времени, и родственники положили ее в психбольницу, потому что уже совсем теряла рассудок. Делала такие вещи, которые нормальный человек не будет делать. И 3 месяца пролежала, лечили, и дали ей отпуск. А потом, через 2 недели опять должны ее отвозить туда. И муж, неверующий, говорит: «Слушай, может быть, тебе нужно таблетки от того человека, который за Днестром. Я живу на берегу Днестра, река Днестр, а они на другой берег». А он знал, что я с ней беседовал и говорил, что причина внутри тебя. Не люди вокруг все плохие, причина внутри тебя, бревно у тебя. Вот так сказал Христос, и я так вижу. И вот, как они договорились, машину заказали, подъехала машина отвозить в психбольницу, повернули задним строем и приехали на беседу. И полдня мы беседуем с ней, и я ее убеждаю, что нужно простить, потому что в молитве «Отче наш» Иисус Христос учил: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Ибо если вы не простите, Отец ваш Небесный не простит вам. И если ты не прощаешь, вот у тебя вот эта проблема вот на твою психику давит вот столько, и ты теряешь рассудок, потому что у тебя сильно много обиды. А это фактически сатана с тобой поздоровался, и ты не разобралась, дала ему место. И он теперь тебя мучает. Да, все принимает. Как только молиться, говорит: «И что теперь? Если я так помолюсь, что, они все правы? Не буду молиться. Пусть они попросят прощения, потом я посмотрю». Я опять: «Ну смотри, где мы их сейчас соберем? Где мы соберем этих людей? Да, а некоторые уже и под землей. Обида и на тех, которые уже умерли. И это невозможно. Но есть путь такой. Имей жалобу на кого-то. Прости, как простил Христос». С трудом пришлось ее убедить. Я говорю: «Если ты не простишь и сейчас, то есть опасность, что тебя свяжет еще сильнее». «А что, говоришь, свяжет? А что, я связанная?» «Да», говорю, «ты связанная. Ты связанная. И если ты не веришь, что ты связанная, то мы будем молиться, и ты сама убедишься, что ты была связанная». С трудом согласилась она, хорошо. И начала перечислять по порядку: «Прощаю того, отрекаюсь от обиды, отрекаюсь от этой услуги вражеской, Господи, меня очисти». И я помолился. И во время молитвы, как начал ее трусить, этот, который делал ей услуги, упала на землю и потом говорит: «Это что? Что я одержимая была?» «Да», говорю, «была. Была и считала, что ты самая духовная из всей церкви и на всех обиду имела. А теперь вот ситуация какая». И слава Богу, Господь ее освободил. Поблагодарили Господа, пошла она одеваться. Взяла пальто, это был зимний период, пальто, зеркало там в доме молитвы. Посмотрела в зеркало и раз повернулась ко мне: «Вот, Сережа, а вы заметили, лицо у меня поменялось?» «Да», говорю, «заметил». «И сколько так будет?»
Я говорю, всегда, пока будешь бодрствовать, не давай места врагу. Не принимай обиду ни на кого. Если даже человек не просит прощения, прости, все равно громогласно скажи. Я прощаю его, Господи, отрекаюсь от обиды. Удали от меня эти чувства, чтобы не связал опять тебя враг. И взяли они ее в машину и поехали по дороге. Пока пообщались родственники, сделали вывод, что ей уже в психбольницу не надо. Повезли домой. Через несколько недель мы встретились, лицо сияет, говорит, брат Сережа, если бы вы знали, какой у меня муж хороший, и дети хорошие, и братья и сестры хорошие, и даже свекровь. 20 с лишним лет мы с мужем жили, я ее ни разу мамой не называла. Ну, у нас в Молдавии называют маму. Свекровь называют мамой. Ну, так принято, обычай такой. Она говорит, я ее ни разу мамой не назвала. А сейчас мы пошли с мужем, посетили ее. Я ее обняла, поцеловала и назвала ее мамой. Она тоже такая хорошая, такая добродушная. Что вы думаете, братья и сестры? Все люди поменялись вокруг? Нет. Получила освобождение в духе и теперь смотрит на людей другими глазами. Перестала осуждать, перестала жаловаться, перестала обвинять людей. Приняла людей так, как есть, простила людей, и у нее на душе хорошо. Слава Богу, прошли года, и нет-нет, приезжает. Говорит, я приехала еще раз исповедоваться, потому что чувствую, что у меня пыль на душу садится, я не хочу в психбольницу. Исповедовалась опять, что нужно, привела в порядок. И радостным сердцем и лицом идет домой и служит Богу. Братья и сестры, для того, чтобы семейная жизнь, для того, чтобы христианская жизнь была счастливой, простите друг друга, как простил вас Христос. Если вы не научитесь прощать, вы будете несчастными. У вас всегда будет этот груз, у вас всегда будет это бремя или в духе, или в теле, и вы будете чувствовать это бессилие, этот гнет, и медицина не поможет. Потому что здесь нужно оружие духовное, сильное, чтобы не спровергать эти твердыни дьявольские. Следующее, что я обозначил, Якова, 5 глава. Послание Якова, 5 глава, 7 стих по 11. Я буду читать, а вы на пальцах считайте, сколько раз написано о терпении. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец онного от Господа. Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Кто посчитал, сколько раз? 6 раз, да? В одном коротком тексте 6 раз написано о терпении и долготерпении. Итак, третье качество или третья тайна, которая, без которой мы не сможем иметь счастливую жизнь, это долготерпение. Это первое качество любви. Послание к Коринфянам, 13 глава, в первом послании написано «Любовь долго терпит». Это первое качество любви. Яков пишет «Долго терпите, братья, до пришествия Господня». И пишет, что пришествие Господне приближается. То есть немного уже осталось терпеть. Чуть-чуть еще осталось терпеть, но долго терпите. Если вы не будете терпеть, то у вас не будет победы. А если вы будете терпеть, у вас будет победа.
мне пришлось беседовать с одним братом, который долгое время пытался воспитывать свою жену. А она такая, что не поддается воспитанию. Он слово, она пять. Он пригрозит, она тоже говорит, я уйду от тебя. И прошло много лет, и он в таком разочаровании хотел хорошую семью создать, Богу служить вместе, но вот такое разочарование. Попробовал я с ней побеседовать, не получилось, страха Божьего нет. Ну что, я служитель Божий, что я могу сделать человеку, который страха Божьего не имеет, Бога не боится? Я читаю вот одно место, другое. Она смеется, говорит, и что вы думаете, этим меня напугаете? А у меня нет такой власти, чтобы отстегнуть ремень широкий, как у моего отца, и наказать ее. У нас такой власти нету. И только Слово Божие, если примет, хорошо, если не примет, ничем не поможешь. И не получилось ничего. Потом через время опять я приехал, опять... Понимаю, он такой способный, дарование имеет, мог бы быть полезным в служении в церкви. Ну, это как назвать, даже не знаю, как назвать. Ну, такой нету страха Божьего, такая бесстыдная, такая... И нечем гордиться. Ладно, бывают такие, что образованные, высшее образование или там... какая-то из богатой семьи, или там какие-то там, ну, качества, еще чем-то. Но тут ничего нету, а гордое, и все. И никак не поддается. Чуть что, она говорит, я уйду, вот и все. И я убедился, что к ней путь закрыт. Говорю им, брат, знаешь, что написано в послании Якова? Долготерпите до пришествия Господня. И вот в пример Йов, в пример там земледельцы. Долготерпите. Я ему говорю, брат, уже немного осталось. Терпи и сноси вот так, как есть. И смотрю, у него слезы идут. Он говорит, нету сил. Ну, давай мы будем молиться, просить у Господа. Ну, нет другого пути. Ну, можешь ты так по-человечески, ну, так по-человечески ты можешь. Он говорит, мне иногда хочется на 5 минут веру оставить и показать ей. Я говорю, не надо. Если даже это сделаешь, ну не, не поможет, она уйдет от тебя. Ну, он говорит, уйдет, но хоть я буду спокоен, что я ей дал. Нет, совесть будет судить, не надо. А что делать? Вот написано, долго терпите, братья мои, долго терпите. Я его убедил. А знаете, он мне еще говорит, а я бы посмотрел, если бы вы на мое место были. Я говорю, откуда ты знаешь, что я уже не прошел этот путь? И что? И ты тоже? Я говорю, я терпел вот таким, вот таким, вот таким, вот таким. Если начну говорить, сколько терпел, то времени не хватит. Сколько терпел. И говорю тебе, если ты внутри простишь, примешь ее как есть и будешь долго терпеть, тебе станет легче. И он согласился. Помолились. Господи, дай мне силы терпеть. Я ее прощаю. Господи, помоги принимать так, как есть. И не делать ей ни замечаний, ни воспитаний, ничего. Прошло время. Немного времени. Звонок. Брат Сергей, что-то происходит интересное. А что? Говорит, она подошла ко мне и попросила прощения. И что ты сказал? Ну, сказал, что прощаю, помолились вместе. Прошло несколько дней, она опять подошла. Опять говорит, а вот я и там виновата, прости меня.
Я столько тебе сделала много горя по жизни. И что ты ей сказал? Прощаю. И помолились вместе. И слава Богу. Я спрашиваю, как у тебя на сердце? Она уже исправилась или нет? Он говорит, нет, она еще не исправилась. Многое у нее еще есть, но она уже сознает, что плохо делает, но у нее еще нет победы. Она так и продолжает, просит прощения и идет делать то же самое. Ну, как у тебя на сердце? Он говорит, а мне на сердце легко. У меня на сердце легко. Я решил долго терпеть до пришествия Господня. Если Господь не определил такой путь, если Господь не определил такой крест, я буду носить этот крест. И прошу, Господи, помоги мне с любовью, с долготерпением носить этот крест. И мне стало легче. Слава Богу. Он ободрился и пошел, более выпрямился, уже в служении стал участвовать более полноценно. Смотрю, и дети его ободрились вместе с ним. Пошло совсем по-другому. Итак, братья и сестры, терпение имеет великую силу и значение. Пусть обстоятельства не поменяются, но если я решил терпеть и сносить, и вы решите тоже пред Господом это сделать, тогда легче на душе. Сила от Господа появляется. Поэтому будем помнить, Господь нас так учит. Братья, долго терпите. Не говорите так, что все уже, терпения нету, все уже мне надоело, я уже начинаю поступать по-другому. Кто тебе дал право поступать по-другому? Ты христианин, ты христианка. Ты читаешь Слово Божие, нельзя по-другому. Проси у Бога милости, попроси еще кого-то, чтобы за тебя помолились. Бог тебе поможет. И будешь долго терпеть. И терпением своим спасешь свою душу. Терпением своим, жена, спасешь мужа. Терпением своим, муж, спасешь жену. Следующее, о чем хотел порассуждать, братья и сестры. А может быть, до сих пор вы имеете что-то оспаривать? Может быть, слишком строго? Или имеете что-то добавить? Или что-то спросить? Следующее, о чем хочу порассуждать, это первое послание Петра, 3 глава. Первое послание Петра, 3 глава, 9 стих. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Итак, следующее качество, на которое я обратил внимание, это «благословляйте». Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, но благословляйте, ибо вы к этому призваны. Вы призваны благословлять, дабы унаследовать благословение. Вы понимаете по-русски, да? Мы призваны благословлять. Что такое благословение? Скажете, нет? Как вы понимаете? Мы призваны благословлять. Желать добро ближним и говорить. Желать от сердца и говорить устами, да. Мы желаем добро даже тому, который, может быть, нас чем-то обидел. Мы призваны благословлять. Не воздавайте злом за зло. Знаете, иногда бывает дома среди детей, а бывает среди молодежи в церкви, даже иногда среди взрослых. Ну почему ты так поступил? А он первый. Ну почему ты так сказала? А он начал. Значит, воздает злом за зло или ругательством за ругательством и считает, что если он или она первый начали, то я имею право воздавать. Нет, братья и сестры, так нельзя. По Слову Божьему написано, не воздавайте. Если даже вас задели, если даже вас обидели, если у вас сказали плохое,
то вы, как христианин, не имеете права так делать. А как быть? А написано, вы призваны благословлять. От сердца пожелайте добро, и устами своими это выскажите вашему брату, сестре, мужу, жене, детям, родителям, даже и своим врагам. Благословляйте. Чтобы наследовать благословение. Мы очень много просим о благословении каждый день, но оно придет на нас тогда, когда мы благословляем. Это тайна. Просто так оно не придет. Если мы благословляем, тогда оно придет на нас. Что посеет человек, то и пожнет. Я однажды был на очищении в одной церкви, и братья и сестры приходили на беседу, каждый со своими трудностями. И вот одна сестричка с болью говорит: «Я уже 20 лет член церкви, муж неверующий. И я с ним ругаюсь, он пьет, я его ругаю, я на него злюсь, иногда даже тарелка летит или сковорода летит». И говорит, а он мне говорит: «Ты верующий, тебе так нельзя делать». А мне еще больше это злит. И говорит: «Тишь, ты знаешь, как я должна. Пошли на собрание и будешь знать, как ты должен». Он говорит: «Нет, нет, ты член церкви. Сперва ты исправляйся, а потом я посмотрю». И говорит, 20 лет прошло. 20 лет членом церкви. И я сознаю, что плохо. И только сознаю, он что-то сделает, я опять на него накричу. Как только приходит пьяный, накричу, поругаю его. И выгоняю. Ну, я спрашиваю, ну, сознаешь, что это плохо? Да, сознаю. Но тайна вот такая. Почему ты на него кричишь? Кто виноват, он или ты? Он виноват, она говорит. Он виноват, он пьет, он и многое другое делает. Он виноват. Он меня вот так... Я говорю... 20 лет прошло, и ты не раскаялась, и считала, что он виноват, и ты продолжаешь грешить. Хочу сказать, что причина не в нем, а в тебе. Как? Я член церкви, я в вечере участвую. Как? Да, говорю. Если хочешь, чтобы была победа, признай, что ты не имеешь права кричать на мужа. Да, то, что он пьет, да, то, что он... Это так... Оправдать это невозможно. Но ты, христианка, дочь Бога, ты не имеешь права кричать, ругаться и кидать тарелкой или сковородой. Не имеешь права, это грех. Надо признать твой грех. Это первый шаг. А второе, надо мужа благословлять. За что, она говорит, за что? Ну, говорю, давай мы напишем на бумаге, за что? Вот я делаю два столбика, положительный и отрицательный. Ты начинаешь говорить, я пишу, что есть отрицательный в твоем муже, ты уже много сказала, вот я уже тут. А что доброе? Она говорит, доброго нет. Я говорю, а он работает? Работает. Так это хорошо или плохо? Хорошо, пишу, работает. Ты работаешь? Нет. Значит, он тебя содержит? Да. И тебя содержит, пишем. Зарплату приносит домой или пропивает? Приносит домой. Это хорошо? Хорошо, пишем. Дом построил? Построил. Удобство тебе сделал? Сделал. Значит, пишем. Итак, мы написали много. Мы написали много. Но все равно, когда он пьет, это все перечеркивает. Я говорю, да, я согласен, что он перечеркивает. Но ты хочешь, чтобы выправилась ситуация в вашем доме? Конечно, хочу. Начинай с себя. Вот, принимай мужа как есть. Прости его. Терпи его. И исправится у тебя внутри. А следующий шаг, начинай благословлять его. Говори о нем доброе, и увидишь в нем перемену. Она согласилась, мы помолились. Со слезами она просила: «Господи,
Покажи мне и дай мне, чтобы я всегда видела доброе, чтобы я всегда его могла благословлять. Закончилось служение, я уехал. Через пару месяцев звонок. По телефону. Ты Сергей Боринский? Да. А я Боря, муж Вален. Возьмешь у меня машину? Нет. Положил трубку. Проходит несколько дней, опять звонит. Ты Сергей Боринский? Да. А я Боря, муж Вален. Возьмешь у меня машину? Я говорю, нет. Я не собираюсь машину покупать. А он говорит, нет, не за деньги. А как у вас говорится? Во имя Бога возьмешь у меня машину? А, ну если во имя Бога возьму. И положил он трубку. Ну, думаю, кто его знает? Кто звонит? Что за... Еще прошло немного времени, он звонит, я тебе пригоняю машину. Ну, пригоняй, посмотрим. Приехал. Ну, давай познакомимся. Неверующий человек. Познакомились, я говорю, скажи, пожалуйста, что тебя заставило звонить мне и что тебя заставило приехать сюда? Он говорит, моя жена покаялась, уже 20 лет ходит на собрание. И я ей сколько говорил, Валечка, ты со мной не должна ругаться. Ты верующая, ты должна это все терпеть, и ни в коем случае еще, чтобы там сковорода или тарелка. А она меня не слушала. Она со мной, я кричу, она еще больше, я ее толкаю, она меня. И что-то пришло время, я заметил, она уже этого не делает. Она меня не ругает, я прихожу выпивший, она, Боречка, кушать будешь, вот, поставила, вот, что ты будешь пить, и вот постель, вот это все делает ли. И даже начала меня хвалить, я думаю, ничего себе, сколько мы жили, никогда доброе слово обо мне не говорила. А теперь уже вдруг что-то в ней проснулось, и она стала говорить добрые слова обо мне. Ну, я наблюдал один день, два, три, неделю, пару недель, месяц, два. Думаю, это не наиграно, это естественно. Я говорю, Валечка, а что с тобой случилось? Она говорит, а я была на исповедании. Что это такое? Ну, вот приезжал один брат, и мы исповедовались. Ну и что? Ну и вот он мне прочитал из Библии, что я должна принимать мужа так, как есть. Я должна простить и не обижаться. Я должна все терпеть и благословлять. Он говорит, интересно, а что ты раньше не читала это в Библии? Ну, говорит, читала, но не обращала внимания. Ну, если это так, я хочу познакомиться с этим человеком. Взял телефон и позвонил. Ну, говорит, у меня две машины. Я одну отдам, только ты оставайся всегда так, как ты есть сейчас. Чтобы не поменялось обратно. Итак, благословляйте, дабы унаследовать благословение. Думаю, что нелегко ей было начинать благословлять человека, который пьяный, который воняет, который грязный, что-то говорить доброе, послужить ему. Нелегко было, это жертва. Но зато более 20 лет она боролась безуспешно, а сейчас за короткий срок Бог такие перемены делает. Потом я встретился, я их посетил, а она говорит, такие перемены произошли. Он меня на собрание отвозит, привозит, иногда сам остается на собрании. Он для меня, что я скажу, на кухне что-то делать. Он все это в быту, что надо, все, говорит, только стоит мне сказать. Быстро с под земли достает и делает до утра, все сделано. Утром идет на работу, все уже сделано. Никогда в жизни этого не было. Я сколько просила, умоляла, и ругала, и говорила, что кушать не буду варить. И уйду из дому, как горох об стенку. Ничего. А теперь все делает. Спешит, все делает. Говорит, неужели это так сильно, что вот я начала его хвалить?
Да, я говорю, вот, ну вот видишь, результат. Это написано в Писании. Благословляйте, и придет на вас благословение от Господа, результаты хорошие. Еще один пример приведу. Вы не устали, нет? Мы строим дом молитвы в Каменке, там, где я совершаю служение. И у нас мало братьев, но у нас много подростков. И, ну, мы объявляем, кто придет на стройку. Ну, отцы на работу, трудно с работы оторваться. Ну, ребятишки такие, 13, 14, 15, 16 лет, приходят, придут 8-10 человек, я не успеваю за ними смотреть. Я сюда, а не туда, я туда, а не туда. Постоянно, то они камнями бросаются, то водой поливаются, то шланг поставят, то еще что-то. Я их ругаю, я и так скажу вашим родителям, говорю родителям, а родители обижаются. Что мы их послали там работать, а ты их не уважаешь? Говорю, слушайте, приходите вы, я уже устал от ваших детей. Я, работа не идет, я только должен за ними бегать, через забор начальник милиции, наш сосед, говорю. Ну что это, то камнями туда кидают, то кто-то прыгнет туда за мячом. И однажды даже был такой момент, что я даже покричал. Ну не доходит. Я покричал, поругал их громко. Ну мне казалось, что я прав. Потом приближалась вечеря. Я попросил прощения у всех братьев, сестер и у подростков, что я поступил неправильно. Я раскаялся пред Богом и попросил: Господи, дай мне мудрости, как руководить. Вот ты их посылаешь, вот они приходят. Как же руководить, чтобы эту силу, эту энергию пустить в дело. Итак, читаю по порядке. Первое послание Петра. Я много раз Библию уже читал в жизни. И теперь как будто по-новому открылось. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. И совесть меня судит. Вместо того, чтобы благословлять тех подростков и подружиться с ними, а ты их ругаешь. Они от тебя убегают, они специально делают, чтобы сделать тебе зло. Я сказал: Господи, благодарю, что ты мне так открыл слово. Дай силы так поступать. Опять новая неделя, я объявляю, братья и сестры, я прошу прощения. И дети на общем собрании, говорю. И дети, вы меня простите. Я неправильно оценивал. Вы очень хорошие. Вы старались, вы работали. А когда было время свободное, вы немножко бегали. А я возмущался на вас. Я вас ругал, простите меня. И вы сделали очень много работы. И приходите еще. Если у вас есть возможность, на другой день все пришли. И так, по-хорошему, все, я определил работу. Все работают дружно. Смотрю, один закончил, другой закончил, помогает другим, но уже не бегают. Уже не бегают. Я их собрал, похвалил еще. Спели мы вместе. Ну, а теперь давайте сделаем перерыв. Ну, побегайте немножко. Ну ж, молодежи, это подростки. А давайте лучше вы нам расскажите что-нибудь из вашей молодости. И сели в тенечек, и я им рассказал что-то из моей молодости. Потом встали, опять пошли работать. Я смотрю, как хорошо действует, когда я их похвалил. Когда я их ругал, а у них как будто назло, чтобы сделать плохо. Когда я их стал хвалить, благословлять, а они такие послушные, такие податливые, как будто они и взрослые, и серьезные такие. И я на следующее собрание, говорю: братья и сестры, чудеса происходят, у нас так работа хорошо идет.
наши дети такие хорошие, такие добросовестные, такие серьезные. Работа идет, кипит так, что если у вас есть возможность, приходите со стороны и пронаблюдайте, как наши дети работают. А камни тяжелые, бетон, работа это... Блоки не такие, как здесь у вас, внутри пустотела. Там камни такие, как поднимешь один такой, то чувствуется. Работают все, как пчелы. Итак, когда я покаялся, бревно у себя убрал, начал благословлять детей, а у них перемены. Они ко мне относятся совсем по-другому. Потом уже проходит время, и даже в школьные дни, если объявляешь, что нужно работать, даже школу оставляют или отпрашивается пораньше с урока, прибегают, работают. Почему? Дома мало кто их благословляет, а здесь они слышат доброе. У них есть потребность, чтобы кто-то их благословил. И я и на стройке их благословляю. А потом в воскресенье утром собрание, я начинаю собрание, и в молитве благословляю всех, кто трудились на этой неделе, и работали очень много, и столько много работы сделали. И прошу, чтобы Господь воздавал во сто крат и здоровьем, и материально, и всесторонне тем, которые потрудились. После собрания подходит один подросточек своим родителям и говорит: «Вы слышали, какое сильное благословение для тех, кто работали? А вы меня не пустили. Я ничего не получил. Делайте все, что хотите, а я завтра приду на работу. Я тоже хочу благословения». Слава Богу. Но надо было сперва у меня бревно убрать. Я как пресвитер мог бы собрать родительское собрание и сказать: «Так, брат Филипп, сестра Галя или Света, ваши дети сделали то или другое, принимайте меры, или иначе». И как будто было бы это правильно. Но это не по Писанию. По Писанию так: видишь, сучок, убери бревно у себя. И не только терпи, и не только принимай, но и благословляй. Начнешь благословлять, люди вокруг тебя меняться будут. Это тайна, братья и сестры. И в церкви, и в семье, и на работе, и повсюду. В чем секрет? Дело в том, что такой пример показал Господь Иисус Христос в Откровении, в послании ангелам семи церквей. Он, Господин, Он имел право любого поругать сразу, делать замечание. Нет, Он так не поступает. Он акцептирует, хвалит каждого. Я знаю твою любовь, я знаю твое терпение, я знаю твой труд. Я знаю твои дела, я знаю много доброго о тебе, но я имею немного против тебя и советую тебе, как это дело исправить. Такой пример оставил нам Господь Иисус Христос, братья и сестры, и это работает на все 100%. И для мужчин, и для женщин, для взрослых, для детей, для верующих, для неверующих, для всех. Если вы хотите кому-то что-то подсказать, какое-то замечание или что-то поправить, не надо с этого начинать. Человек может обидеться. Сперва похвалите несколько моментов, найдите добрые, похвалите человека, в том числе и у вас дома, среди детей. А потом скажите: немного, не надо сразу много замечаний. Я имею немного, вот маленькое, и советую тебе вот так исправить. И это работает очень хорошо. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы. Вот, я не знаю, были вы когда-нибудь в такой ситуации, что вы целый день стараетесь, работаете, или это на фирме, или это дома, или это в церкви, а кто-то пришел из шефов, и недовольный, и замечания, и упреки, и вы пытаетесь объяснить: я вот тут и тут делал. А он еще десяток обвинений сразу и закрыл вам рот. И внутри такой осадок: я сколько стараюсь, ничего не заметно. А оно мне надо. А больше не буду делать. Вот так. Нету исправления. Но когда похвалил, благословил, тогда приходит благословение. Сам Бог действует тогда.
И люди принимают. Дело в том, что когда я хвалю человека, между нами формируется дружественный мост. Он меня воспринимает как друга. Если я приду сразу с замечанием, а он сразу ожесточается и начинает себя защищать. Я говорю, а он уже не слушает. Он только ждет паузы, чтобы себя чем-то оправдать и сказать, а посмотри на себя, а посмотри там или там. Какой толк? Никакой. Но если я его благословляю, я его хвалю, он внимательно слушает. Ему это нравится. И я в одном, другом, третьем, пятом хвалю. Он меня воспринимает как друга. И я не раз его хвалю. Несколько раз я его похвалил. О, ему это нравится. И когда я скажу, что я имею немного против тебя, вот то или другое, постарайся исправить вот так или вот так. Человек быстро это хочет исправить, потому что завтра опять хочет слышать доброе о себе. Благословляйте, ибо вы к тому призваны, дабы унаследовать благословение. Братья и сестры. Вот это несколько моментов, на которые хотел обратить наше внимание. Если у кого-то из нас, может быть, есть такие чувствования, или это в семье, или это в церкви, неудовлетворенность, чувство такое, что ну, не так должно быть, хотелось бы как-то по-другому, чужой среди своих, нету такой полноценной жизни. Братья и сестры, всегда в таких случаях враг шепчет и показывает пальцем на других. Вон там. Никогда не принимайте, потому что это неверно. Я повторяю то, о чем говорил. То, что вокруг есть отрицательные моменты, да. То, что кто-то поступает не так, как мне нравится, да. То, что кто-то, может быть, даже и обидит, да, это так. Но для того, чтобы мы в этой ситуации устояли и не надломились духовно, для того, чтобы у нас была жизнь полноценная, жизнь с избытком, счастливая жизнь, вот несколько моментов. Принимайте друг друга так, как принял вас Христос. Принимайте ситуацию, как есть. Миритесь, что это Бог вас положил в этой ситуации, и вам нужно это все принять, носить. Простите друг друга, как простил вас Христос. Никак не принимайте огорчение или обиду. Прощайте. Долго терпите. Если даже раз, два, три, пять, десять. Долго терпите. Уже немного осталось. Терпите во имя Господне. И вам легко будет. А если вы начнете благословлять, то вокруг вас ситуация начнет меняться. Поэтому делайте эксперимент. Если, может быть, у вас, у кого-то сейчас мысли, брат Сергей, хорошо тебе говорить. Братья и сестры, вы делайте эксперимент, попробуйте. В течение месяца поступайте так, как говорит Господь в Слове. И не только терпите, и не только прощайте, но и благословляйте. И вы увидите результат. А через месяц делайте вывод. Если вам так понравится, значит так и идите всегда. Вот таким путем. А если вы посчитаете что-то нехорошо, ну потом как вы примете решение, так и поступайте. Но я хочу убедить вас, братья и сестры, когда мы поступаем как написано, тогда Господь на нашей стороне. Людей вокруг менять мы не можем. Не можем. И если кто-то думает, я буду воспитывать своего мужа или свою жену, или это все пустое дело. Это не будет, не будет. Дайте это в руки Божьи, а вы поступайте по Писанию, чтобы принимать, сносить, простить, терпеть, благословлять. Вы поступайте по Писанию, остальное все сделает Господь. Я хочу предложить помолиться, чтобы Господь укрепил нас, утвердил нас в словах, которые мы сегодня читали, и чтобы Господь помог нам жить по Писанию.
Да поможет нам в этом Господь. Ему слава за все. Аминь. Кто желает, мы помолимся Господу.